Расставляться. Приехали под вечер уже. Сегодня будем расставляться на налима. У меня первая рыбалка на налима. Еще ни разу не рыбачил. Сегодня прям морозец такой хороший. Так. Живчика высоко поднимать не буду. Из живца окушок. Тоже такой бывалый уже. Раз. И все. Сейчас надо луночку хорошо присыпать. Так как завтра тоже где-то 30-ка, даже больше. У нас сейчас морозы будут стоять до 37 градусов. Так что надо луночку хорошо присыпать. Вот, Димон ставит крюки. Крюки ставит на мойву. Я поставил на окуня, на местную рыбу. Вот и посмотрим, у кого будут сработки, у кого не будет сработок. Все, мы завтра с вами увидим. Для нас это будет 24 часа. Для вас это будет буквально по щелчку. Расставили мы жерлицы, постовушки, ну и перемещаемся в завтрашний день. Так, ну что, друзья, вот у нас работочка. Сейчас будем смотреть. Размотка полная. Прошло уже 3 дня. Оставляли мы их на 3 дня. Потому что работа, все дела.
Ага. Полизал чуть-чуть ее, да, и вот хитрый, а. Жерлицы я уже свои собрал, поставил. Вот следующие два крюка у меня стоят тоже, но уже стояли на живца. Полная размотка. Сейчас, друзья, покажу вам, что полная размотка. У меня вот такие вот крюки стоят с оранжевой этой. Ставил на окуня, на живца. И вы ничего. Опа-на. Прям хорошечная. Килограмма полтора, наверное, такая. Так, ладно, будем. Дальше еще один крюк. Тоже на живца, тоже на окуня. Вот, следующий у меня крюк. Доставать будет Димон. Полная размотка. Ну, у меня два только и стояло. Я ставил именно на щуку. Димон ставил на мойву, на налима. Вот одну сработку вы видели. Там еще 14 крюков стоит. Так что проверять будем долго. Искоря кидаш. Давай, 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 давай. О, еще одна неплохая щучка. Но это такая околокилошная. Темненькая, красивая. Ну, щучка в морозы клюет, все нормально. О, смотри, на чем осталось висеть. Подобгрызла. Обгрызла, да. Ну, зараза хитрая. Так, вот у Димона еще одна полная размотка. Вообще украл. Интересно. Блин, хитрый этот налим. Блин, может, правда, если кто знает, ребят, пишите в комментариях. Может, блин, поводков он боится. Мы просто первый раз ставим, не знаем. Ну вот, очередная полная размотка. В надежде, мы в надежде поймать налима. Есть. Что-то... Коряги? А нет, он есть, он в коряга. Протаскивать надо как-то. Блин, а тут тоже какие коряги здесь, блин, я не знаю, может, травы столько? Нет. Навряд ли тоже. Так, ну что, друзья, достать мы его не смогли.
но рыба была хорошая. Прям удары мощные были. Димон попытался, я попытался, но он за какую-то там корягу завел. Прям очень хорошо. Все, порвали. Все, друзья, у нас крайний крюк. Больше ничего не поставлено. Если здесь нет налима, значит, нам не удалось его поймать. Но надежда умирает последней, как говорят. Никого. Ну вот так вот, друзья, вот такая вот рыбалка у нас сегодня получилась. Налим мы не взяли, но взяли две хорошие щуки. Ничего не поделаешь. Такая рыбалка. Давайте подписывайтесь на канал, ставьте свои рыбацкие лайки. Всем удачи на рыбалках, всем пока.